Архангельск готовит новогодние подарки детям Донбасса. В столице Поморья стартовала благотворительная акция. В пожарной части номер один на окружном шоссе организован пункт сбора вещей. За один день сюда уже поступило около 300 килограммов гуманитарного груза. В коробках сладкие подарки, одежда, канцелярские принадлежности. Их собрали общественные организации, госучреждения и предприятия. Также участвовали в акции школы и детские сады. Отвечает за сбор и отправку груза в Москву Главное управление МЧС России по Архангельской области. Основными требованиями для предъявляется наличие сертификата соответствия на товар и накладной, товарная накладная. Ну, эти требования выдвигаются таможенными органами, так как при переходе через государственную границу товар будет проверяться, соответственно, и смотреть на соответствие его документации, чтобы он не был просроченным, поэтому выставляются данные требования. Данные документы можно спросить у тех, у кого приобретается товар. Подарки детям Донбасса желательно привозить с 9 до 17 часов, но принять их готовы в любое время, даже ночью и выходные. Сбор будет идти до 12 декабря, затем они отправятся в Москву, а оттуда уже в составе колонны с гуманитарным грузом в Донецкую и Луганскую народные республики.